Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». Как я уже говорил, за все годы эксплуатации, это примерно с 2003 года, вакуумных выключателей ВВТЛ-10 от Таврида Электрик, серьезных нареканий к ним не было. А тут за один год и сразу же несколько случаев. Напомню, что на одном из фидеров у нас перестал включаться вакуумный выключатель ВВТЛ-10, которые быстро заменили по гарантии без объяснения причины неисправности. Чуть позже, уже на другой подстанции, два выключателя не прошли приема сдаточные высоковольтные испытания. Но проблема решилась довольно быстро и брутально с помощью болгарки и изоляционного лака. Обо всех этих случаях я вам рассказывал в отдельных своих видеороликах. Смотрите соответствующий раздел на канале. А на днях произошла очередная неисправность с вакуумным выключателем Таврида Электрик ВВТЛ-10. Правда, уже как выяснилось позднее, не совсем с выключателем, а с разъемом Хартинг, про который у меня на сайте есть отдельная и очень подробная статья. Но обо всем по порядку. Здесь показаны две схемы. Вот эта слева схема, это схема управления и защиты выключателем. Вот он сам выключатель. А справа это цепи сигнализации. В общем, началось все с того, что на фидере перестала гореть красная лампа. Вот она у нас. Она установлена в цепи сигнализации и подключена через нормально открытый контакт выключателя. Или его еще можно назвать блок контакт выключателя. Вот эта цепочка. То есть плюс, приходит блок контакт, нормально открытый контакт и на лампу. Кстати, на ячейке установлены светодиодные лампы СКЛ, про преимущества и недостатки которых я вам тоже рассказывал на страницах своего сайта. В первую очередь было подозрение на саму лампу СКЛ, так как в последнее время по ним стало уж очень много отказов. То ли поставщик такой у нас попался, то ли еще что, не знаю, буду еще анализировать и потом разбираться с этим вопросом. Путем несложных манипуляций выяснилось, что лампа тут ни при чем. А оказалось, что нормально открытый контакт, вот этот, был у нас разомкнут. Хотя выключатель был включен. То есть, когда выключатель включен, данный контакт должен быть замкнут. И, соответственно, лампа красная должна гореть. А по факту контакт был разомкнут, соответственно, лампа при этом не горела. Ну, несколько слов про вообще блок контакты коммутационного модуля выключателя. В данном случае у нас применен коммутационный модуль ECM15SHL2. Вот здесь обозначено. Выключатель, как я уже говорил, Таврида Электрик ВВТЛ-10. Номинальный ток 1600 ампер. В общем, у него имеется 12 блок контактов. Они вот здесь вот все расписаны. А вот это сама колодка, куда уже подключаются все внешние цепи. У него имеется 6 нормально открытых контактов. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И имеется 6 нормально закрытых контактов. Это 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Еще имеется блокировочный контакт 15, 16. То есть тоже нормально закрытый контакт. Вот он этот блок контакт. Положение выключателя 15-16. Но в данной схеме управления он у нас не используется, так как у нас применен блок управления терм SM16, и применение блок контакта для данного блока управления в принципе не нужно. На вал выключателя установлен кулачок, управляющий микропереключателями, которые и выполняют эту функцию самих блок контактов. Так что вот у нас отсутствовал нормально открытый контакт 1-2, я еще раз напомню. В итоге что я сделал? Я вызвонил соседний незадействованный нормально открытый контакт 5-6 и убедился в его исправности, не отключая выключатель. Затем переключил нашу вот эту лампу на открытый нормальный контакт 5-6. Соответственно, лампа при этом загорелась. В общем, оставил заявку на отключение выключателя, чтобы проверить еще нормально закрытые контакты. И обнаружил, что у меня отсутствует нормально закрытый контакт 17-18 и 23-24.
В общем, оставил заявку на вывод уже выключателя в ремонт и обследовать непосредственно эти все блок-контакты. В первую очередь хотел добраться до клеммной крышки вот этой, вот этих контактов и вызвонить каждую пару в отдельности, то есть без внешних цепей. Но потом переиграл и решил начать с осмотра разъема Harting. То есть это разъем, который соединяет у нас наши все блок-контакты со схемой управления. По внешнему виду к разъему нареканий не было, но тем не менее я его решил разобрать. Разобрав разъем, я обнаружил следующую картину. Ну вот сам внешний вид каретки. Это, кстати, указатель включения. Вот наш разъем. Это узел блокировки. Видите, кат заблокирован. Обрыв проводников цепей управления в разъеме Harting. Как видите, часть жилок полностью оборваны. Более точнее, это единичка, десятка, 17, 24 вот эти вот провода. Соответственно, и не горела красная лампа, и не звонились у меня контакты 17, 18, 23, 24. Ну а причиной обрыва жил стала неудовлетворительная и невнимательная эксплуатация при вкате и выкате каретки с выключателем. Скорее всего, при выкате оперативный персонал забыл отключить разъем, и покатившийся выключатель по инерции потянул за собой соединительный кабель разъема. Вот жилы кабели и пообрывало. Ну ладно, разбор полетов не будем устраивать, а лучше займемся ремонтом разъема Harting, о чем и будет вторая часть данного видео. В первую очередь необходимо вынуть штыревые контакты из вилки. Для этого в моем арсенале имеется вот такой вот специальный демонтажный инструмент от Harting. С помощью него извлекается контакт из модуля вилки. То есть он вставляется до упора, разжимая там защелку, и после этого контакт с проводом или без провода вытаскивается из вилки. Очень удобно, кстати. Не знаю для чего, здесь вот сделана еще такая защита. То есть она вытаскивается и фиксируется. Не совсем понял, для чего это сделано. Может, для транспортировки, чтобы не согнуть, допустим, вот это вот жало. В принципе, можно воспользоваться и любым другим подручным инструментом. Работать этим инструментом очень легко. Вставляем. Вот он здесь такой тоненький. Жало плоское, вставляем соответствующий вот сюда ключ. Ну, например, вот достаем 17 разъем, вставляем ключ и готово. То есть вот мы достали наш штыревой контакт. Теперь 10-й. Тоже в обрыве, видите. Так, теперь первый. Так, и второй. Вот они все мои штыревые контакты. Здесь вот получилась натяжка, то есть сейчас, допустим, мне вот первую клемму уже не натянуть на вот этот разъем. Поэтому сейчас немножко здесь вот переразделу кабель, ну буквально, может, на 1,5 сантиметра, чтобы натянуть вот эти вот жилки. Ну вот здесь вот зачистил. Здесь у нас оплетка. Сейчас я плеточку тоже немножко размотаю и заизолирую. Снимаем изоляцию.
Ну вот берем второй кончик, одеваем наш штыревой контакт, берем вот такие специальные пресс-клещи от Хартинг. Кстати, стоимость таких клещей составляет около 36 тысяч рублей. Не знаю, за что здесь, конечно, такая стоимость, но тем не менее клещи вполне достойные. Для прессовки штыревых контактов вилки или розетки у нас заказано два комплекта вот таких вот пресс-клещей. Ну вот так вот они выглядят. Это у меня комплект еще совсем новый, я им даже и не пользовался. Эти клещи у меня в обиходе уже находятся. Данные клещи предназначены для прессовки контактов Хан Е, Хан С и Хан Д. Вот даже здесь написано Хан Е, Хан Д и Хан С. То есть здесь разная посадочная у них гнездо. Видите? Это сейчас стоят на мои гильзы, на мои контакты. Это у нас уже вот Хан С. Видите, другая типа размер. Вот Хан Д. То есть вот такой вот стоит избиратель для выбора необходимого типа размера гильзы или контакта. Ну а здесь уже сам контакт вставляется в соответствующий паз, то есть соответствующего сечения. И происходит опрессовка вот в этом месте. Вставляем наше посадочное и производим опрессовку. Как вот лучше-то видно. Так вот. Готово. После опрессовки контакт вставляем в вилку до защелкивания. И опять же в данном случае удобно воспользоваться специальным монтажным инструментом от Хартинг. Так, и вставляем его до защелкивания. Готово. Аналогичным образом. А вот на первой, к сожалению, свободного контакта не хватило. Но я его перебросил в ячейки и использовал вместо пары 1-2, использовал пару 5-6, свободную пару. Как только придут свободные контакты, я также вскрою разъем, переопрессу его и установлю в это место. Теперь аккуратно нужно наш разъем установить в этот корпус.
вот, в принципе, разъем и готов. Так, вот у нас 23-й контакт, вот 24-й. Это нормально, закрытый контакт, он должен сейчас звониться. Также можно проверить все остальные. Из закрытых вот 21-22 еще, 19-20, 17-18 наш. Открытые пары тоже, когда включим выключатель, уже я прозвоню их наклеймники и готово. Ну вот на этом, пожалуй, все. Вот такое было небольшое видео по ремонту разъема Хартинг, про которые я уже неоднократно вам рассказывал, которые мне очень нравятся. Как видите, они вполне ремонтопригодны, причем ремонт происходит достаточно быстро, особенно при наличии соответствующего инструмента. Правда, не такого и дешевого. Но тем не менее, а причиной выхода из строя разъема Хартинг была невнимательность при выводе вакуумного выключателя в ремонт. То есть, когда стали выкатывать выкатной элемент, забыли снять разъем, каретка стала откатываться, вот это место стало в натяжку, и порвались самые у нас вот эти вот дальние контакты, то есть 1, 2, 10, 17 и 24. Ну, на этом, пожалуй, все. Будьте внимательны, никогда не торопитесь, особенно при работах в электроустановках. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта «Заметки электрика». До новых встреч!